Santiago. Trae tus cosas. Pronto. Pronto. No llores. ¡Prisa! ¡Eso! Espera, vámonos. Santiago, ¿qué carajo haces? Sube todo a la troca. Ahorita mismo. Aquí tiene. ¿Dónde has estado? Santiago. Vamos. Ya nos llevan con un gol. Nomás uno. Me invitas hasta el baby shower, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? No quiero que nadie se lastime. Sin espirilleras no puedo jugar. ¡Para afuera! ¡Párate! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¿Y ahora? Espirilleras. Cálmala, cálmala. Despacito, despacito, hombre. ¡Santiago! ¡Por la banda derecha! ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Ну, мы выиграли 4-2.
Я забил парочку. En español. Ganamos. ¿Qué hace mi papá, eh? Pues quiere comprarse una camioneta propia. ¿Para qué? Pues para que puedan trabajar independientes. Muñiz e hijo. ¿Te parece? ¿Es lo que quiere para nosotros? Есть запасной план. Это какой же? Американская мечта. Выиграть миллион. ¿Qué pasó? Quiere demasiado. Непруха. Сынок, съел бы чего-нибудь. Эй! Эй, босс! Я тут уборщиком уже полгода. Пора в официанты. Ресторан китайский. Ты не китаец. Но мы же в Америке. Ты американец, я тоже. Зеленая карта есть? А если будет, возьмете? Нет, ты не китаец. Ходи! Томми, назад отойди! Эй, Томми, играй на фланге! Им всего лишь по 7 лет. Это не важно, Вэл. Не похоже, что футбол Томми так уж нравится. Сам то! Ну же! Эй, осторожно! Давай, Том! Отдай назад! Иди на фланг! Я здесь! Том, быстрее! Спасибо! ¡A Santiago! ¡A Santiago! ¡Vámonos! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Échala! ¡Bien! Неплохо. Хороший игрок. Ты его такому научил? Это дар Божий. Чего-то ему все-таки не хватает. Поле плохо видит. Координация не та. Вот так же думают и соперники. А он забивает. Браво, Сантьяго! Высший класс. Неплохо, сынок. А за профи не играл? Ну, чтобы профи тебя заметили, надо учиться в колледже. Когда следующая игра? В субботу. Я тут случайно встретился кое с кем, когда сюда летел. Он довольно известный спортивный агент. Хотелось бы, чтобы он посмотрел твою игру. Слушайте, мне на работу пора, извините. Я бывало и сам играл. Да? А где? В Англии. Занимался и подбором игроков. В Англии? Как тебя зовут? Сантьяго Муниз. Глен Фой. Сантьяго! Апурате! Так до субботы, Сантьяго. Поехали, поехали! Estrellas de cine tienen agentes. ¿Qué vas a hacer tú con un agente? ¿Sabe una cosa? Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. No entiendes, ¿verdad? Hay dos clases de personas en este mundo, mano. Las que viven en mansiones y personas como nosotros, que le cortamos el zacate, le lavamos los carros. No sé si puedo llegar a ser jugador profesional. ¿Qué estás hablando? Juegas en un parque con un montón de güeyes que trabajan lavando carros. Не знаю, пап. Я с ним встречусь, и все изменится к лучшему. Может быть. Yo sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Para better. Compramos una troca,
y montamos nuestro propio negocio. Lo demás son pendejadas. ¿Otra cerveza? Pinche chavalo. Барри, есть минутка? Для тебя всегда, Глен. Я видел, простой мексиканский парень из предместья. И был потрясен. Последний раз, помнится, тоже был такой пацан. Жермен Дефо. Об этом бы не хотелось говорить, Глен. Он будет играть в эту субботу. Там колледж какой-то в центре. Скажешь мне точно, где это, я там буду 100%. Рад слышать. Да чего уж там. Ты давай, не тушуйся, вон там закуски, то все. Суши ты, небось, не каждый день ешь. Извини. Да, Брэд. Хотите суши, нет, сэр? Давай, Сантьяго, быстрее. No te preocupes. Вэл, можно телефон? Спасибо, дорогая. Алло. Глен, Глен. Что? Глен, Глен. Ничего я не забыл, приятель, нет. Я был на встрече, понимаешь? На встрече. Деловые переговоры. Да, слушай, Глен, вышли мне видеозапись, ну, своего мальца. Глен, Глен, я... Козел. Сантьяго, отличная игра, молодец. Спасибо. А это мой младший брат. Ясно, рад познакомиться. А это моя бабушка. Моя дочь Вэл. Привет. Значит, это вы агент? Нет, 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 нет. Он только договорился с ним. Агент не появился. Знаете, слишком занят. Ну так, на следующую игру придет. Нет, да? Боюсь, он не сможет. Нет? Завтра в Англию улетает, я тоже. Знаете, наверное, мой старикан был прав. Стоит размечтаться, и тебя тут же опустят. Но все равно, спасибо. Спасибо. Алло, кто это? Это Глен Фой. Глен Фой? Мы знакомы, мистер Фой. Я был у вас в штате, когда вы возглавили команду. Вы меня выгнали, но вы не думайте, я не держу на вас зла. Ах, вот как. Ну и что же вы мне звоните посреди ночи? Извините, я в Калифорнии. Я тут видел одного игрока. Талантливый парень. И за кого играет? Да он из местных, так пинает себе мячик. Я завтра лечу домой.
вы можете мне пообещать кое-что? Если он у вас объявится, вы его посмотрите? Вот так взять и пообещать? Да. Посмотрите его. Я прошу вас. Сказав «да», я смогу снова спать? Да, мистер Дорнхельм. Тогда да, мистер Фой. Сантьяго! О, как дела? Хорошо. А вы что здесь делаете? Твой тренер подсказал, где тебя найти. ¿Quién es este? El señor inglés que me vio jugar fútbol. Тебя посмотрят в Ньюкасл Юнайтед в Англии. Ньюкасл Юнайтед? Известный клуб. Хороший клуб. ¿Qué tonterías son esas? ¿De verdad crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Он говорит, я смог бы. Забиваете ему голову всякой ерундой. Да кто вы такой? А ты лучше бы о деле думал, чем в облаках витать. Вамонос, вамонос. Вы многого от него хотите, сеньор. Поверив на слово, отправиться на самолете в такую даль? С тренером я договорился, его посмотрят. Остальное зависит от него. Тогда я прошу вас, ответьте мне на вопрос. Бабуля. Может наш Санти стать профессионалом? Я думаю, что может. Пап, пора уже ехать, а то мы можем и опоздать. Вот моя визитка, тут все телефоны. Подумай и позвони мне. До свидания. До свидания. Тебе хватит? Хватит чего? Ты в этом ботинке деньги копишь. Ты летишь? Ну, бабуля разрешила. А что отец? Еще не спрашивал. Далеко это Англия? Сейчас 300 баксов до нее. А ты давай спи. Как ты мог, отец? Pagué 4500 por la troca. Tomé prestado 1200 tuyos. Pero te doy la mitad del negocio. Es buen trato. Le robaste el dinero. No te metas, mamá. Ты все испортил. Еще неделя, и мне бы хватило. На что? Гоняться за мифом? Тоже мне великий игрок. Да брось ты. Чепуха это. А лопухнешься? Как ты вернешься без документов? У меня есть шанс. А ты хочешь, чтобы я был таким, как ты? Я-то забочусь о своей семье. В Мексике работал на стройке, а ночью убирал в борделе.
Видишь, привез вас всех в Америку. И потом, когда твоя мать ушла, бросила нас, я всю семью сам кормил. Не трогай ее, отец. Я заработал на дом, а теперь и свой бизнес есть. Вот чем я занимаюсь. Вот чем надо жизнь мерить. Это твоя жизнь, а не моя. Сегодня очень хороший день для клуба. Гэвин – одаренный игрок и должен прекрасно вписаться в нашу команду. Мне приятно вручить ему вот это. Золото уже не видать. Какую цель ставит клуб на остаток сезона? Но остаться в четверке и попасть в Кубок УЕФА. Такая задача нам по силам. Вам придется набрать максимум очков в оставшихся играх. У команды были проблемы. Но это... Теперь я приехал. Я не за деньгами там или за славой. Я люблю побеждать. Набрать очков не проблема. А, босс? Сколько вопросов вы собираетесь забить? ¿Dónde está tu padre? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Bien. No necesito oír esto. Boleto de tren para San Diego. Boleto de camión para la Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Eres ilegal. Este es tu pasaje. Está fechado para dentro de una semana. Remet, ¿cómo le hiciste para pagar esto? Bueno, he trabajado toda mi vida. Tengo mis ahorros. ¿Qué vendiste? ¿Qué empeñaste? Cosas viejas. Del pasado. ¿У меня что, комната будет своя? Иди сюда. Кто же тебе с уроками поможет, если меня тут не будет? Справится. Душ бы принял, что ли? А тебя воняет. Я еду сегодня? Конечно. Пока отец не вернулся. Слушай. Когда твоя мать бросила нас, я поклялась сделать все, чтобы вы, мальчики, смогли за своей мечтой пойти. Ты заслужил этот шанс, Сантьяго. Бери. Вашей поездки? Простите? Деловая или туризм? Деловая. Я приехал играть в футбол. Ну, я надеюсь...
в Ньюкасл Юнайтед. Одну минутку. Этот юноша хочет играть за вашу команду, Генри. За Ньюкасл? Да, сэр. Да, нам помощь нужна. Глен, к телефону! Алло? Кто? Сантьяго! Ты в Англии? Где? Да, где-то в Лондоне. Все, отлично. Как доехать до Ньюкасла? Как оно? Что же ты из Лос-Анджелеса не позвонил? Не сообщил, что летишь? Ничего, что прилетел. Ну что ты? Очень рад видеть тебя. Просто ты застал меня врасплох. Поживешь пока у меня, а там посмотрим. Ладно. Добро пожаловать в Тун. А что это? Где Джордж живут? А Джордж это кто? Те, кто тут и живут. Тебе еще много узнать надо. Мультики, да? Багс Банни, кролик и кто еще? Спасибо. Ты живешь один? Да. Ну, мою дочь ты уже видел. А супруга? Умерла год назад. Рак. О, прости. От бабушки. Просила тебе передать. О, это же... Она с детства это хранила. Католик-то я не слишком, знаешь. Она считает, что ты добрый человек. А? Сантьяго, ужин готов. Сантьяго.
думал, ты работаешь в футболе. Выдохся. Раньше времени. Как эти машины. Ты их чинишь? А, чиню, реставрирую. В клубе все равно никого не будет часов до 10. Так что можешь сходить пока. Перекусишь где-нибудь. Деньги-то есть? Нет. Но неважно. Нет, не надо. Да ладно. Бери. И направо. Я верну. Все, вот, держите. Слыхал я, кое-кто из игроков не ладит с Гэвином Харрисом. Да, ну, три клуба за 5 лет о чем-то говорит. Ему ближе к центру лучше играть. На флангах-то он суетится, теряется. Да, тут ты прав. Что, уставился? Извините, вы это про сокер, да? Да. Футбол? Ага, ну, да. А о чем еще ты говоришь? Ты откуда, сынок? Из Лос-Анджелеса. О, а Чарлиз Терон знаешь? Во красотка. А тут-то что делаешь? Хочу играть за Ньюкасл Юнайтед. Новичок? Да. Ха. Тебя будут смотреть? Да, да, может даже сегодня. Тогда на колбасу не налегай. Из чего она, а? Лучше тебе не знать. Футбол здесь как религия. В Лондоне море команд, тоже и в Мидленде, в Манчестере 2, в Ливерпуле 2 и в Глазго 2. А вот у нас только одна. Стадион. Ничего себе. Это главный тренер? Эрик Дорнхельм. Мистер Дорнхельм. Не дрейфь, старайся в глаза ему смотреть. Вряд ли мой взгляд так важен. Вот ноги, да. Мистер Дорнхельм, извините, Гленн Фой. Вот юноша, о котором я говорил вам. Здрасте. Из Лос-Анджелеса. Сантьяго Муньес. Когда говорили? Мой звонок посреди ночи. Вы обещали его посмотреть. Одну минутку. Хочешь такую? Играй, как я. Часы у тебя есть. И уж точно не самые дешевые. Сколько там на них? Извини, босс. В больницу заезжал к одному пацану. Футболку ему свою подарил. Репортеров жаль, там не было. Все это вздор. Там у нас журналисты. Они тебя ждут уже 50 минут. Дуй туда. Сегодня с дублем тренируешься. Да ё. Где ты играешь? В Лос-Анджелесе. На какой позиции? Обычно нападающего, но могу и в середине. Люблю с мячом работать. Давайте его на поле. Посмотрим, что он умеет. Вперед. Хорошо. Большое спасибо. Удачи тебе. Ты здесь? Как самочувствие? Нормальное. Хорошо. Мел Брейтвейт, второй тренер. Мы с Гленом дружили, когда он играл тут. Так что я за тебя. Да? Спасибо, сэр. О, какой я сэр? Я тренер. Сэр — это главный. И от него все будет зависеть. Ну, готов? Да. Тогда пошли.
Идем. Смелее. Да. Сантьяго! Встань-ка полузащитником, ладно? Гевина знаешь? Вот за ним место и займи. Ага. Место Эдди. Ладно. Эдди, сними. Эдди, спора! Хорошо, Пол. А ты возьми у него нагрудник и вперед. Эй, Мэл! Мэл! Это что за фраер? Он мексиканец. Полегче с ним. Само собой, Мэл. Эй, эй, сюда, сюда! Как дела, Мэл? Нормально. Ренни, парню дайте сыграть. Ладно. Сюда, сюда. Не знаю, Глен. Мои ноги просто не слушались меня. Завтра я лучше покажусь. Завтра не будет, Сантьяго. Садись в машину. Отец говорит, что вредно витать в облаках. Работаешь, кормишь семью и умираешь. А все остальное чепуха.
только найти кое-кого и поговорить. Я быстро. Мистер Дорнхен? Глен Фой, мы утром виделись. Извините за вторжение. Скучные речи уже были? Вы же понимаете, ваше появление здесь совсем не кстати. Не ответь вы на мой звонок, я бы не появился. Что вы хотите? Этот парнишка. Сантьяго Муньес. Хотите пересесть? Да, спасибо. Он вырос в нищете, и единственный выход для него – это вырваться благодаря футболу. Почти 6000 миль на борту самолета. Он устал, нервничает. Он никогда раньше грязи-то не видел, вы же сунули его в это болото. А сами от мобильника не отрывались. Я видел, как он задницей плюхался на поле. Один момент там был. Он обработал мяч, обвел Джека и отдал пас. Я видел. Недурно. Говорят, вас тут кормят что надо. Работая в команде, я, бывало, под дождем смотрел часами, как мальчишки зря это дерьмо месят и дерутся за мяч. А вот такого, чтобы удивил своей игрой, как счастье ждешь, как этот. Дайте ему месяц. Нашел мой день вчерашний? Я просто смотрел. Моя жена этот альбом собирала. Ты не говорил, что играл в высшей лиге? Было дело, но недолго. Почему? Травма. Колено. Смотри, трусы были короче, зато волосы длиннее. По 6 миллионов не зарабатывали. Вы были героями. А, футболисты всегда были героями. Даже для моего отца, который в шахте с утра до вечера вкалывал. Вот, бери. Нет, 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 я не могу это взять. Извини. Примерь. Хочу взглянуть, пойдет тебе или нет. А толку-то? Толку? Ну, тебе дают месяц. Звони бабушке. Собери! Собери! Раз! Два! Три! Эй, слушай меня. Вот Сантьяго Муньес. Он из Мексики. Нет, из Лос-Анджелеса. Да. Лос-Анджелес, все равно. Ну так вот, к концу дня, чтобы каждый ему показал, чего стоит. Понятно? Все, поехали. Санти, я был в Мексике, знаешь? Да? И как? Пронесло меня потом. Будет и наш день. Да. Но не сейчас. Давай, бегом! Вот. Спасибо. Не за что. Не присядете ли? Ладно. Вот так.
может быть повышенная. От чего? Ну, вы так близко, и от вас так приятно пахнет. В норме. Вы врач клуба? Нет, я работаю здесь медсестрой. Бумаги все заполнили? Да. Тут есть пара слов, которые я не понял. Ладно, какие? Вот. Вот это. Это кардиоваскулярные. Значит, с сердцем проблемы. О, нет, нет, нет. И еще вот это. Респираторные. Это проблемы с легкими или дыханием? Нет? Или есть? Нет. На весы встаньте. Так. Вас как зовут? Сестра Хармисон. Я-то про ваше имя. Это вам ни к чему. Ни кто я по гороскопу, ни что я делаю в эти выходные. Теперь возьму кровь. О, не люблю я иголок. А вот эта татуировка, или она смываемая? Нет, это знак банды. Вы в банде? Уже нет. Из банды только два пути. Или в тюрьму, или как со мной. Найдется бабуля, которая в башку ума немного вобьет. Ау! Ой. Извини, герой. Ничего, ты понял, нет? Пошел ты! Да убеди! Будешь сесть, еще получишь! Наплюй на него, слышь, наплюй! Мудак. Наплюй! Мудак! Мудила! Сколько тебе дали? Месяц. Месяц? Черт! Не густо, мне-то полгода дали. Я до этого в Тренера Роугас был. Начал играть, когда мне было еще 14. Да? Ну и как? Рано еще судить. Пс. Это Гевин Харрис. Его за 8 миллионов фунтов купили. Что, с голубыми уже обедаем, Джейми? Хью Мэговену 33. И если всем защитникам сразу ноги не переломают, ему за первый состав больше не играть. Чего он на меня взъелся? Что-то в тебе есть такое, чего у него не было никогда. Дар, что ли? Дар? Ты понимаешь, обычно все футболисты играют в свою силу, так, чтобы слабость свою не показать. А великие, у которых дар, рискуют, потому что верят в себя. Сними-ка куртку. Стоишь до трех, становись. Ладненько. Они владеют мячом, а не мяч владеет ими. Держи. Вот так. Пара курток и мяч. И ничего больше не нужно. Что, врача нет? Ты тут закончил? Да, да. О, извините. Извините. Санти! Вот так. Эй, слышь, давай погуляем вечерком, если хочешь, по клубам, бухнуть. Девочки. Да, нужен какой-то документ. Что? Да. Нужен ли документ? Да, то есть пить у вас можно с каких лет? С 12. Привет.
напиши в клуб, ты балбес. Эй, Элвис, ты что, своих не узнаешь? Я ведь и сам из клуба, ты меня понял, да? Я тебя раньше не видел. Да я не особо тусуюсь. Эй, эй, сестра Харвисон, сестра Харвисон. Привет. С нами в клуб, хотите пройти? Сюда? Нет, тут одни пижоны. А вы куда идете? Мы идем в Спайглас. Что скажешь? Да, да? Годится, да. Виноват. Да. Спасибо. Неплохое вино. Из твоих краев, да? Из Испании? Я из Лос-Анджелеса. А я из Мерсисайда. Лос-Анджелес и Мерсисайд? Что же вы тут на пару делаете? Ну, давай. Мы играем за Ньюкасл. Ты же вроде говорила с игроками Нини. Расслабься. Они даже не в дубле. Пока ты еще посредственность, голубок. Шанс у тебя есть. Извини, я что-то не врубаюсь. Ничего не меняй. Будь тем, кто ты есть. Все и так уже изменилось, раз я приехал сюда. А я из бедной семьи, отец на пособии, мамаша пьет, но перемена – это нормально. Я тебя вспомнила. Ты с большим пальцем. Что? У тебя там грибок под ногтем. Чего? Ну зачем ты это сказал? Ты же, наверное, всю команду голышом видела, да? Не надо уж так прямолинейно. Нет, нет, нет. У кого самый длинный, можешь не говорить. А что ж тебе сказать? У кого самый короткий? Значит, у него раз не может сказать. Отдай пас, пас, отдай. Пасуй. Надо же смотреть. Эй, Мел. Муньес. Ко мне. Эй, парни, ну-ка все сюда. Встали в круг. Вот так. Эй, Мел, 5 минут. Хорошо. Спасибо. Так. По команде. Во весь дух несешься к воротам. Понял? Ага. Пошел. Назад. Снова пошел. Что скажешь? Что, издалека тоже можно забить? Нет. Что мяч летит быстрее, чем ты. Пасовать надо, ясно? У нас тут командная игра. Название на груди важнее имени на спине. Понял? Ага. Пока, Санти. Пока. Пока. Для Ньюкасл Юнайтед пошел уже обратный отсчет времени. В сезоне остается только 3 игры. И чтобы пробиться в Еврокубки и получить все, что с этим связано, побеждать нужно во всех. Начиная с сегодняшней. О, боже! Да, не просто будет победить Челси. Что не игрок, звезда. Это точно. Я на игре. Да. О, Фредди, теперь не разговаривай. Я тут с девушкой Гевина, директорской ложи. Take me to the edge, you got all I got.
Печально, но Ньюкасл пока не создал ни одного опасного момента. Черт! Он выдыхается. Ай, потерял мяч в середине поля и поплелся назад пешком. Да может травма у него? Не, он с похмелья. Замени его. Шола! Опять не везет Ньюкаслу. Только этого им сейчас не хватало. В команде и так полным-полно травмированных игроков. 10-й с поля, 23-й в игру. При навесах замыкай дальнюю стойку. Секундочку, это же Гевина Харриса заменяют. Что, меня? Давай! Гевин уходит. Какого черта? О чем он думает, этот ваш тренер? Команде Ньюкасл Юнайтед замена. Вместо Гевина Харриса номер 10 в игру вошел Шола Амиоби номер 25. Остается 5 минут до конца игры. Счет так и не открыт. Но опаснее атакует Челси. Что случилось? Травма? Нет, 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 нет. Хорошая новость. Какая? Я буду играть за дубль. О, прекрасно. В этом матче пан или пропал. Если я понравлюсь боссу, то он меня оставит. Понравишься? Стоп! Играешь за Ньюкасл? Да. Ну так царапни здесь автограф. Хорошо. Скоро они все будут у тебя автографы просить. Ты против? Что у тебя за проблема с футболом? Не с футболом. У меня со Славой проблема. Из-за отца. Он в рок-группе играл, и она на 5 минут популярной стала. Я о нем мог слышать? Вряд ли, но это и не важно. Просто некоторые игроки мне его напоминают. Приятные, простые ребята, а потом раз, и перед тобой бессмысленно богатые говнюки, которые свои семьи бросают. А у нас мама семью бросила. Да? А почему? Отец об этом никогда не говорит. Я помню лишь его гнев и пьянки. Футбол. Он его ненавидит. А я обожаю. Не могу без футбола. По воскресеньям даже играл после церкви и думал, что это станет смыслом всей моей жизни. И что, поэтому тебя занесло сюда, в Европу? Сюда меня привел Господь. Скажи ему, ба. Contarme qué. Me llamo Santiago. Se le escuchaba muy feliz. Скажи ему об игре. Jugará mañana por la noche. Para la reserva. Después de solo 3 semanas, es genial, ¿no crees? Se escapó como ladrón sin ni siquiera despedirse. ¿Por qué tendría que importarme?
Так, внимание, парни. Давай садись. Да, сядьте и послушайте. Все отлично. У Деггера связка вроде бы держит, ты побегаешь один тайм. Сантьяго, тебя ставлю на правый край, но следи за их восьмым номером, понял? Он у них костолом. Джемми, играешь под нападающими. И запомните, не дайте им себя запугать, орлы. Так, давайте, пошли, мы победим! Давай! Хреново играешь. Санти, ну как ты? Жив еще? А? Ну, думаю, довольно. Давай, выходи. Что с тобой, а? Загулял? Ничего мне сказать не хочешь? Ладно. Не знаю, Санти, техника у тебя есть, выносливости не хватает, чтобы здесь играть. Может, тебе лучше вернуться в Лос-Анджелес? Нам ты не подходишь. Да? Роз здесь живет? Рози, это к тебе. О, Господи. Мама, я не одета! Это вы из Лос-Анджелеса? Да, Сантьяго. Сейчас она спустится. Спасибо. Чай или кофе? Нет, спасибо. 3 года назад у вас была вместе с мужем. Жили в отеле на бульваре Сансет. Хайт Хаус, может, знаешь? А ты же в гости хотела пойти? Успею я в гости. Было очень приятно, Сантьяго. И мне тоже, мэм. Красивое имя. Иди уж, иди. Что-то не так? Я наврал тебе. На медосмотре. У меня астма. Да, но ты не сказал им? Мне бы испытательного срока не дали. Скажи сейчас. Поздно.
Меня уже выперли. О, Санди. Какая жалость. Я пришел проститься. Уезжаешь? Да, завтра. Что, так скоро? Да без команды, мне тут делать нечего. Ну, найдешь другой клуб. Наверное, я был слишком глуп. Вообразил, что у меня получится. Ах, хуже всего, что я подвел людей. Нет. Эй, ну чего ты? Глена и бабушку. Бабушку. Такое бывает со многими игроками. Ты можешь справиться с этим. Вот, а тебя с игры сняли на прошлой неделе. Засранец ты. Ну что, отодрал всех сестричек? Сразу обеих? Парадайз такси. Да-да, мне срочно. Это Гевин Харрис. А я Клинт Иствуд. Порадуй меня. Я серьезно. Я Гевин. Мне срочно нужна машина. Гордон, Гордон, ты случайно не у Блейкло? А что? Гевин Харрис застрял там в многоэтажках. Ему машина нужна. Я уже с пассажиром. Но это же Харрис! Давай туда! Живо! Надо маленько крюка дать, красавчик. Светило в опасности. Знакомые лица. Тоже на тренировку? Нет, мне на вокзал. Чего это? Облажался. Расскажи-ка мне, что да как, пока ехать будем. Так ты Гевин Харрис? Он самый. Засранец. Слышал уже. Пошли, Санти, разберемся. При всем к вам уважении, мистер Дорнхельм, клуб сделает большую ошибку, если отпустит парнишку. И против него играл, и с ним. И я чувствую, закваска в нем есть. С его техникой он... Что? Он лучше тебя? Ну, такого же класса. Вчера перед игрой он потерял ингалятор. У него астма, и это проблема. Это правда? Да, но я это скрыл. Ложь, вот проблема. Астма нет. Можно лекарство назначить, акупунктуру. Твой доктор дома что, не объяснял тебе? Нет у меня доктора. Бесплатная поликлиника и все. Многие просят за тебя, Мунис. Я докажу, что они правы, сэр.
если мне шанс дадите. Ты его заслуживаешь? Я думаю, да. Хорошо. Иди, все врачу расскажи, а потом на тренировку. Ладно? Спасибо. Гэвин. Ты сделал доброе дело. Да. Ну и что? Объясни, с чего это ты вырядился и почему опять на тренировку опоздал? Да он сам виноват. Хьюи, Хьюи, а ну иди сюда. Это уж слишком, приятель. Еще одну получишь из поля. Будет знать, как бить по ногам. Я же тебе не нравлюсь. Ну да, зато сестре моей нравишься. Говорит, ты похож на Антонио Бандераса. Смотри, трахнешь ее, убью. Еще ступенька, и мы пришли. Ладно. Вот теперь все. Смотри. О, боже мой! Потрясающе! Можешь поверить? Нет. Месяц назад я простился и с городом, и с тобой. А теперь контракт. И эта квартирка. Угу. Сколько же это стоит? Гэвину. Это мой друг Гэвин. Привет. О, женщин сюда водить нельзя. Ой, я... Извините, мне уйти? Я дурачусь. Чао, Белла. Чао. Ну, вы располагайтесь. Еда в холодильнике. О, пицца на вынос и дамские трусики. Нетрудно вычислить его образ жизни, а? Нормальный парень. Он спас меня, помнишь? Репутация у него та еще. Мы профессионалы. Футбол – это жизнь. Давненько не виделись. Как жена? Спасибо, нормально. Привет, Вера. Привет. Забудь о том, что эти козлы тебе сказали. Да потому что их босс полный кретин. Вот, а тренер об этом знает и молчит, как рыба, значит, тоже мудак. Да ну, планы там всякие, группировки. Да. Гэвин! Без отдыха, Майк. Послушай, завтра договорим. Дебил.
Отлично выглядишь, старина. Это как Санти. Ты? Здрасте. Вот слышал, сюда. Ты делаешь успехи. Забил парочку за дубль. Ой-ой. Герой. Привет. О, как отдыхается? Ты хорошо сегодня выглядишь. Что ж, Санти, контракт продлен до конца сезона. Могу я спросить, кто тебя пристроил? Глен. Глен Фой? Он завязал с футболом? Ну, не совсем так. Он... Только пойми правильно, он отличный мужик, и он был неплохим футболистом, но что он понимает в подписании контрактов? А, Санти, как заработать на рекламе? Войдешь в основной состав, Санти. Я выбью для тебя ролик подороже. Эй, дружок. Может, потанцуем? А его конек это ламбада. Нет, извини. Алло? Сантьяго? Эй, брат, как дела? Да ну. Эй, папа, это Сантьяго. Quiero hablar contigo. Dile que no estoy. Он не может подойти. Понимаю. Ребята, ходу, ходу, давай. Энди, давай с ними на поле. Она давай, давай. Выставила. Не ленись. Юи, я за тобой подглядываю. Что такое? Я только что посмотрел список дубля на игру. Даже среди запасных меня нет. Я играю, где поставите. Справа, слева, сзади. Я ни при чем. Ты теперь не мой. Вы это о чем? С той толпой играешь. В Лондоне. В субботу. Сантьяго! Ну чего же ты ждешь? Давай, сюда! Сюда! Так, хорошо. Теперь за работу. Давайте. Победив Челси, взял три очень важных очка, но Ливерпуль наступает ему на пятки. И что еще хуже, травмы. Много травмированных и запасных. Ньюкасл сильно ослаблен из-за этого. А один из запасных, Сантьяго Муньес, вообще никому не известен. Да-да, это так. Его нашел в Лос-Анджелесе Глен Фой, бывший полузащитник Ньюкасла. Глен, как никто другой, чувствует игроков. Надо сказать, что своей катастрофической игрой за дубль Муньес уже привлек к себе внимание специалистов. Но здесь уровень игры, конечно, выше. Что я пропустила? Пока ничего. Как вы? Нормально. Но было бы лучше, если бы мы взяли три очка. Говорю тебе.
тебе! Нету от него никакого толку! Подожди, еще забьет! Опять угловой! Судья! Вот дерьмо! Моньес! Моньес! Выходишь на замену. Это смелое решение, хотя не думаю, что у тренера был какой-то особый выбор. Хороший шанс для дебютанта – проявить себя. Покажи, чего стоишь. Давай, снимай. Это твой шанс, мальчик. Откуда он вылез? Это мой сын. Мой мальчик Сантьяго. Я его отец. Если забьет с меня пиво, давай, садись у стойки. Выпьем, ну? Давай, садись. Дриблинг Муниса! Его сбивают! Это пенальти! Эй! Ха-ха! Сволочи! Ну-ка, ребята, забейте гол! Сволочи! Пенальти! Сейчас, ребята, забейте гол! Не волнуйтесь. Ну вот, опять этот плейбой схватил мяч! Настроением сегодня игроки Ньюкасла будут возвращаться домой. Хорошо, вам лучше прилечь. А, да. Ну, мексиканец! Муниз! Молодцы! Хорошо сыграли! Ну и что ты видел, когда в штрафной падал? Я видел... Ворота. Там два игрока были в лучшей позиции, чем ты. Пасовать надо, а не о славе думать. Да брось ты убиваться. Босс так со всеми поступает. Все видели, ты отлично играл, да? Эй, Джонни! Сантьяго. Поздравляю, играл потрясающе. О, спасибо. У меня вся семья болеет за мадридский Реал. Моя бабушка, она вас обожает. Продолжай в том же духе и добьешься того же. Увидимся. До свидания. Ну ты же знаешь, как это делается. Эй, слуга и все. Гевин, я тут. Привет. Мои друзья, знакомься, Зизу. Очень привет. Рад. Рауль, а это Сантьяго Муниз. Оля. Gustazo. ¿Qué haces con este? Él es el del coche. Sí. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, ¿eh? Está bien, mucha suerte. Ладно, пока. Увидимся еще. Они снимаются в рекламном ролике. Прорва денег Санти. Ага. Пошли отсюда, тут место дохлое. Идти? Отсюда? Куда? Это мой город, Санти. Может, уже присядем, а?
Эй, тут классная вечеринка. Вечеринка? Нет, о чем ты говоришь? Идите за мной. Что, опять ступеньки? О, ребята! Вот она, вечеринка. О, мальчики, мальчики. Это все твое до отвала. Стыд и позор. И... Давай, не теряйся. Красота. А, выше глаз. Какой контроль над мячом. Какой дриблинг. Давай, не теряйся. Мама, твоя не стесняйся. Вечеринка? Не знаю, что и сказать. Девушкам здесь, считай, ничего говорить и не надо. Девушка у меня есть. Ну, я думаю, что есть. И она мне очень нравится. Ей повезло. Как вы познакомились с Гевином? На вечеринке. Вроде сегодняшней. Модели, рокеры. Футболисты. Я сейчас уйду, а он не заметит. Объяснить не желаешь? Да тут нечего объяснять, просто народ дурачился на вечеринке и... Когда ты ездишь с клубом, ты лицо этого клуба. Мистер Донхельм, я не виноват. Значит, виноват, раз вляпался в такую ситуацию. Кто второй? Второй? Здесь сказано, было два игрока из Ньюкасла. Второй кто? Я не могу сказать, сэр. То есть? Не хочешь говорить? Да. Росс! Росс, мне нужно объяснить тебе про это фото. Какое фото? Ну то, в газете. Эту дрянь не читаю. Значит, ты не видела? Не важно. Я ей показал. Видать, классная была вечеринка. У той титьки-то хоть настоящие. Все не так было, как на фото. Я не хочу об этом. Ладно? Я занята. Проведал бы Джейми, раз уж ты здесь. Он в смотровой Б. Привет. О, Санти! Что с тобой? Да вот, на носилках с поля вынесли. Видишь, послали сюда на просвечивание. Да ерунда, теперь все чинить умеют. Я не знаю. Поначалу совсем худо было. Дрянь мое дело. Знаешь, с танцами повременить придется. Раздроблен мениск и разрыв косой подколенной связки. Я не разбираюсь. Он сможет потом играть? Если ходить хочет, то нет. Пришел. Угу. Ну, спасибо, что ты прикрыл меня, да. Если бы ты заложил, я бы в заднице оказался. Мы квиты, так? За мной долгов нет. Да ладно. Ты гробишь свою жизнь, брат. Потерял Кристину. Она вернется. Не вернется. Никогда. Она дружков твоих говнистых не выносит. Как то фото в газету попало? Блута его загнал им. А другой твой корешок продает наркоту везде, куда ты его проводишь. Ты думаешь, я слепой, ничего не вижу? У нас с тобой сейчас лучшее время. Сколько мы будем играть, а? Лет 10? А то и меньше. А если вдруг травма? Сломают, как и Джейми сломали. И кому мы потом с тобой будем нужны? Убирайся. Вали отсюда.
cumplida. ¿Ya subieron todo? ¿A где отец? Está colocando los aspersores. Пап, где ты? Идем! Пап! Пап! Папа! Просыпайся, папа! Просыпайся! Глен, эй, я собирался зайти и объяснить насчет той газеты. Из Лос-Анджелеса звонила твоя бабушка. Что случилось? У отца сердечный приступ. Его вылечат? Он умер. Глен. Да я донесу. Нет, давай. Вот. Спасибо за все. Удачи тебе. Ну, прощай. Ну вот, отлично, спасибо. Эй, босс. На два слова. Ну, говори. Тот второй на фотоснимке я. А, я потрясен. И... вам надо бы знать, что это я затащил Санти на ту вечеринку, а он идти-то не хотел. Он не такой. И вся вина на мне. Банковские счета большие, а сами как маленькие. Но для тебя это больше не оправдание. Сколько тебе лет? 26. Нет, 29. Ага, вроде так. Для молодых игроков ты должен быть примером и на поле, и за полем. Верно говорю? Разумеется, босс. И вы не первый, кто говорит мне это. Уже посадка идет. Разминайтесь. День будет длинным. Что ты тут делаешь? Почему не в самолете? Я был в аэропорту. Сидел все и думал. Сейчас хоть объяснение есть. Смогу дружкам сказать, почему здесь у меня ничего не вышло. Скажу. Отец умер. Пришлось вернуться, взять на себя бизнес. Знаете, откуда у меня эти мысли? Нет. Это меня мой отец так думать научил.
отнял у меня уверенность в себе. Чтобы не было у меня никакого аспирасьон. Вдохновения. Понимаете? Да. Мне не нужны объяснения. Единственный, кто может сказать мне, что я слабоват, это вы. И даже тогда. Вряд ли я соглашусь. Ты прав, Санти. Нет смысла возвращаться. Так хочет Бог. Да, да, малыш. Привет. Как ты? Все переживаешь? Так и не помирился я с отцом. Он с тобой тоже не помирился? Да, но он не простил меня. Ты же не знаешь. Откуда тебе знать? А все те фото, что ты домой посылал? Я уже и не знаю, где он дом. Нет, знаешь. Он зеленый и с обеих сторон ворота. Как ты? Хорошо, босс. Отца потерять это нелегко. Я помню, как своего потерял. Да, спасибо. Отдохнул бы. У ответственного за газон нервный срыв будет. Да я просто хотел посмотреть, как оно... На этом поле стоять. В субботу узнаешь. Давай, сойди с травы. Por favor. В составе на матч с Ливерпулем. Ты билетики-то нам сделай. Да. Молодец, сынок, молодец. Я никогда не сомневался. Как только увидел тебя, сказал, вот парень, что надо. Да не говорил ты. Мой долг за завтрак. Помнишь? Да брось ты. Садись, поедем отметить. Это Гевин Харрис. Где? Сейчас девочек снимем, а потом ко мне. Ла вида лока. Да пошутил я. Поужинаем пиццей. Слышь, может, крышу ты поднимем, а то я чего-то замерз. Купи пальто. Решающая игра сезона. Ньюкасл Юнайтед Ливерпуль. Следующие 90 минут решат судьбу Ньюкасла. Ведь чтобы выйти в Кубок УЕФА, он сегодня во что бы то ни стало должен победить. Тут спецложа. Только для избранных.
Здесь? Один или с кем-то? Всем слушать сюда! Так. Что делать, вы знаете. Ньюкасл решил сегодня выпустить в основном составе Сантьяго Муньеса. Это второй его выход в жизни в основном составе. Да, в прошлый раз в игре с Фулхэмом он блеснул. И сегодня его талант... Давай, Сантьяго! Жестко. Но с другой стороны, это же понятно. Обеим командам сегодня очень нужно победить. Очень. Гордон, в аэропорту клиента надо. Никак, поплатить. Томми, меня тут рвут на части. Я с тобой свяжусь. Как там, Манок? Пока все нормально. Давно не начали. Только что. Это Сантьяго. Ливерпуль, передача в центр. Какая ошибка! Возможность быстрой контратаки. Ширер ее начинает. Смотрит, кому бы отдать. Справа Муньес набирает скорость. Справа же Стивен Карр. Я веду, не мешай. Передача на правый край. Харрис смещается в центр. Навес в штрафную будет. Да, навес! И Харрис гол! Гол! Вот это начало Ньюкасла! Это начало! Вот как он ответил своим критикам! Гол! Да! Давай! Счет открывает Ньюкасл Юнайтед. Гол забил номер 10 Кевин Харрис. Штрафной по делу. Бьет Ливерпуль. Сейчас в эти секунды у Ливерпуля преимущество. Красные быстрее. Очень хорошая передача на скорость. Может быть опасно, но защитник успевает выбить мяч на угловой. Подача. Очень опасная подача. И Ливерпуль сравнивает счет. Гол в ворота Ньюкасл Юнайтед забил номер 25. О, блин. Ньюкасл снова теряет мяч. И опять контратака. Это Барыш. На краю получает мяч. Опасно, отсюда уже можно бить. И Барыш бьет. 2-1. Это, конечно, сокрушительный удар для Ньюкасла. Оправится он или нет после этого? Итак, мы продолжаем. Второй мяч Ливерпуля изрядно выбил дух из болельщиков Ньюкасла. Сумеют ли они оправиться? Второй тайм начался. Ливерпуль ведет 2-1. Ливерпуль в атаке. Может быть, очень опасно. Бьет Джерард! Рядом со штангой. Еще чуть-чуть, и Ньюкасл может спать спокойно.
Нунес получает мяч. Как технично, на носовом платке это называется в футболе. Ширер. Снова Мунис. Опять великолепная техника. Ну, пас. Ну, надо же пас смотреть. Сейчас! Давай пас! Ну! Ну! Пас! Наконец-то! И... это 2-2! Гол! Ребята, давай! Парню надо бы. О чем толковать, Барри? Как его представлять? Теперь все закипит вокруг него. Я знаю. Ужас, что будет твориться. Знаю, со мной контракт подписан. Уже? Ньюкасл предпринимает последние попытки, но если игра закончится в ничью, в кубке УЕФА в следующем году будет играть Ливерпуль. Только 3 минуты. Ньюкасл сможет ли за эти 3 минуты забить победный мяч? Карточку надо показывать. Реальный шанс для Ньюкасла. Но кто будет бить? Эй, Санти! Давай бей. Очень надеюсь, что они понимают, что Санти, они делают. Муньес берет мяч. До финального свистка секунды. Муньес. И нужно забивать. Надежда Ньюкасла у него в руках. А теперь уже в ногах. На зеленой траве. Давай, милый, давай. Помоги ему, Боже. Новичок Ньюкасла таким фантастическим ударом дарит городу небывалую радость. Это мой внучек, его брат. Ребята, он же здесь. Я его отца знал. Да что вы. Он смотрел тут футбол один раз, так переживал. Бабуля, что, папа здесь был? Да, просто с ума сходил. Последние секунды идут. Время кончилось. Все. Тебе тут уже звонят. Да? Сантьяго? Сантьяго, мы видели игру. Хулио и я. Дочь Глена привела нас. Это фантастика. Да. И я хочу тебе что-то сказать о твоем отце. Эй, Глен! Ты помнишь игру с Фулхэмом? Отец ее смотрел. Он видел, как я играл. Может, он смотрит на тебя и сейчас. Санти! Санти! Сантьяго!
Сергей Дьячков, Олег Алмазов, Сергей Паршин, Валерий Кухарешин, Анна Геллер, Наталья Данилова, Валерий Соловьев, спортивный комментатор Кирилл Набутов. Перевод Михаила Прокофьева, автор синхронного текста Александр Фарафонов, режиссер Евгений Мезенцев, звукорежиссер Наталья Аванесова. Фильм дублирован компанией «Нева Фильм» по заказу Disney Character Voices International. Санкт-Петербург, 2005 год. Silver screen of all the things you could have been.